Реконструкция еще идет, но перемены уже успели оценить жители. Площадь Славы в Самаре приобрела новый облик. Появилось ровное красивое плиточное покрытие. Реконструировали мемориальный комплекс «Скорбящая мать» и «Вечный огонь». Достопримечательность города оценил федеральный куратор на праймере с «Единой России» Николай Панков. Внимание привлек монумент гордости Славы Самарской губернии, который выстроили на склоне. На экспозиции достижения и страницы истории региона. Это будет обновляющийся, или это будет уже потом замечательно. Есть разные точки зрения. Да. Есть вещи, которые будут постоянными, душная жизнь, все. А есть вещи, которые появились новыми. Да, движутся. Да, вот, пожалуйста, добавлять. Своими мнениями о преображении площади поделились горожане. Здорово, конечно, очень даже. Начало с Засекина и до наших этих спортсменов. Здорово, да, здорово. Хорошо придумали. Работу делаете большую. Благодарны мы за то, что вы делаете. Мы с удовольствием, мы приходим. И ну что, порядок в Самаре стал? Это отличный разговор. Я в Самаре много лет живу, но такого порядка никогда не было. Самарцы обратились к главе региона и с вопросами. Они касались благоустройства, ремонта дорог, застройки исторического центра. По самым актуальным губернатор поручил детально разобраться. Марина Кравцова, «События».